очень круто сделать семью про маньяков, которые вот такие вот, как она, стрёмные. И не обязательно, чтобы они были какими-то сверхъестественными существами, но просто какие-нибудь сумасшедшие психи. И сюжет игры строится так, что ты играешь за кучу различных жертв этой семьи. И через призму каждого ты узнаешь потихоньку историю этой семьи. И вот каждый раз это вот такие вот страшные штучки, заморочки. И, допустим, вот так можно было бы сделать, что чем большему количеству людей ты помог сбежать, тем больше сюжета ты узнаешь. То есть, допустим, всеми людьми ты сдох, и ты ничего не узнал про эту семью, заново начинаешь играть. И вот у каждого человека, каждая жертва находится в какой-то новой комнате, и ты постоянно пытаешься как-то сбежать. Блин, это была бы очень крутая игра, как мне кажется. Я вдохновился прям. Gotcha! You're such a bastard!